Футбольный клуб Ливерпуль славится своей непредсказуемой игрой и во многом благодаря креативу нападающих. В матче с Шрусбери Таун Роберто Фермино забил гол, не глядя пяткой. Комбинация была разыграна как по нотам. Начал Жотан на Фабиньо, тот сделал странный пас в свободную зону, где должен был оказаться Конор Брэдли. 18-летний полузащитник еле достал мяч в падении и отыграл назад на Канате. Ибраим перевел на Фермино. Сделав обманное движение, Роберто неожиданно сильно ударил пяткой. Вратарь и защитники Шрусбери Таун даже не шелохнулись.